Всем добрый вечер. Собственно, мы вчера штурмовали и походили, ну, решили подумать, что же можно сделать для наших женщин такое, чем они обеспокоены и раздачи. То есть походили по таким формам, и в основном это очень такие странные, ну, может, для кого-то странно, для кого-то нет. Нужен быть дома, на телефоне вечер, что мне делать. И пошло. И это ночь. Понятное дело, в форуме никто не отвечает, ответы пойдут где-то там в обед. То есть, женщина уже себя исходит и уже готова находиться. Вот. Собственно, мы решили эту проблему как-то решать, чтобы женщина не писала куда-то в пустоту, а получала правда какой-то конкретный и разумительный ответ. Собственно, этим мы и занимаемся. Ну вот. Задача была создать такую вот мягкую, теплую атмосферу женского форума. И вот мы собирали вот данные с разных форумов и тренировали нейронную сеть, выдавать вот некоторые вот ответы, ну, некоторые вот ответы, которые вот похожи на те, которые выдают на этих форумах. Вот как это можно применять к здоровью? Вот после того, как теплая атмосфера женского форума будет создана, можно будет вкрапливать некоторые важные вопросы, которые вот будут, будут как-то говорить про здоровье ментальное, ну, человека, который пользуется этим ботом. И вот, вот это основная идея. Цепять. Ну, хорошо, у тебя, наверное, комментария. За теплый женский форум и за пятерочку. Ну, вообще, как бы, вот, предложение мне такой ситуации. Кому продавать, чем, деньги? Ну, деньги тут можно брать с рекламы максимум. Минимум. Выбрать максимум. Так, а что успели сделать с ними, что еще осталось? Ну, данные мы собрали, сейчас тренируем нейронную сеть и вот смотрим на разные гиперпараметры. Ну, чтобы, ну, не думаю, что у нас что-то получится, но вот за пару дней. Так вот, нейронная сеть, это просто фактор, и прогнозы попадаются в шаблон. Все-таки на какой путь вы выбираете, вы уверены, что у вас не будет какая-то беда, если у вас будет полностью нейронная сеть? Нет, мы используем как бы chair-based recurrent neural network, то есть мы запихиваем туда некоторую последовательность этих символов и ожидаем, что оно выдаст какую-то хорошую вот последовательность символов на выходе. Ну, нормально, это сенсорная история, если мы назвали этот процент, и достаточно много, то если сомневаюсь, что будет оценивать на ответ, то такие сетки вышли на достаточно большом корпусе вопросов ответов, что там покрывалось 60-мильная область. Ну и страшно припухло. Не забывайте про это. Если что, то можно подключиться таким способом, добавить в нейронки правила. Ну, или может даже секунду там снизить более того, как некоторые буквально оттенок, которые вы смотрите. Еще есть?
Я так смотрю, попробуйте видеть другие, вот другие люди совсем получаются с дата-сетами, чтобы не могли получаться там убитого женского форума, а посмотрите еще на проблему посттравматического синдрома у ветеранов в частности. Это вполне грамотно визуальная тема, не просто, то есть, в Украине это конкретная проблема, а в Штатах это те вещи, на которые не внимание людей. То есть если это будет какой-нибудь выход чат-бот, либо еще что-нибудь, что будет помогать идентифицировать наличие какой-то острый посттравматического синдрома, будь то ветераны, будь то там женщин, которые там будут какие-то проблемы с насилием, то вот эта тема, она будет более. Более монетизирована, более фокусом, более конкретно. То есть это реальная проблема, которая есть. Спасибо. Еще есть? Почему человек выглядит? Ну, проблема в том, что на форумах там очень много слов, которые out of vocabulary. Короче, ну вот. Очень много неправильных слов, короче. Понимаешь? Ну, вот. Всякие сокращения, смайлики, разные символы, вот. И вот. Это проблема. Ну, да, можно. Но все-таки хотелось насобирать много вот данных. Да, я думаю, чарт-бейсы тоже будут работать. Я надеюсь. Ну, как получится. Спасибо большое за интересную информацию.